Цвет – основа творчества, а его сочетание – неисчерпаемая бесконечность, признается Иван Ключников. Готовясь к выставке, автор экспериментировал с размерами. Есть как малой формы, так и 10-метровый холст. Я разделил его на части, а потом собрал. И от этого я ничего не предугадывал, да, но он так или иначе сложился. И вместе эта картина, она как бы законченней, что ли, как бы полноценней, чем по отдельности. Остро и радикально. Так характеризуют его яркие, насыщенные цветом и отчетливо психоделические картины. Но в то же время его работы передают самарскую локальную энергетику. Перед нами, в общем-то, состояние человека. Состояние современного молодого человека, живущего вот здесь, на этой территории. А художников современного искусства в Самаре достаточно. Чтобы открыть их имена для широкой публики, и был создан проект «Волга-0». В начале года были представлены достаточно именитые авторы, а вот в осеннем сезоне новые и малоизвестные. Иван Ключников стал третьим в эту сессию. Каждая выставка отличается. У каждой выставки свое лицо. Вот мы в этом сезоне показали уже 3 авторов. И выставки не только, можно сказать, не похожи. Они отличаются и концепцией, и самое главное, пластическим языком. Одной из своих картин автор ставит вопрос: зачем комментировать? Но мы-то, журналисты, знаем, что без хорошего комментария не выйдет качественного сюжета. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.